быть откликом на самые безумные истории. Мост фальшивых денег, который мы пересекаем, получил свое название от фальшивомонетчиков. В 18 веке они спрятали свою мастерскую, расположенную внизу пещеры. Их оборудование было найдено столетия спустя во время строительства виадуков. Слева от вас вы увидите один из красивейших домов набережной Корниш. Это замок Берже. Сегодня здесь расположен центр Паласа Терапии.